Вокруг меня веселье, ребячий шум и крик. Сегодня новоселье справляет снеговик. Ведерко на головке, отличный нос морковкой. Ой, знают все кругом, как здорово служить снеговиком. Как здорово служить снеговиком. Привет, ребята! Как я рада вас видеть! Особенно тех, кто меня лепил. Настоящая скульптура получилась, правда? Словом, работали вы над моим обликом, не покладая рук. И вот я перед вами. Такая красивая, рассудительная, положительная, креативная. Ну, в общем, кто как не я себя похвалит. Только я не затем сюда вышла, чтобы о своих достоинствах рассказывать. Они и так налицо. А затем, чтобы первый встретить самый яркий, самый добрый, самый желанный, самый зимний праздник. А он, по моим расчетам, скоро-скоро постучится к нам. Ну, а если опоздает? Ничего страшного! Мы просто с вами еще побеседуем. Ну, еще часок, другой, третий. Ну вот так, кажется, все сказала. Ой-о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 й! Чух-чух-чух-чух, паровозик новогодний, чух-чух-чух-чух. Паровозик новогодний, он бежит, качается, охает, старается. Ох, таки-таки, таки-таки, ох, таки-таки, таки-таки, ох, таки-таки, таки-таки, ох, таки-таки, таки-таки, чух-чух-чух-чух. Паровозик новогодний, чух-чух-чух. Качается, охает, старается. О, таки-таки, таки-таки, о, таки-таки, таки-таки, о, таки-таки, таки-таки, о. Мама, мама, мама! Что, мои дорогие детки? Снежа, комочек, что случилось? Что стряслось? Мы от детей из двора узнали, что зимний праздник нам идет. Да-да-да, мои снежные, пушистые комочки. Ура! Ура! Вот здорово! Ой, а какой он праздник! Наверное, такой большой-пребольшой,
как снежный ком. Нет-нет, мои любимые детки. Праздник – это веселье и танцы, мишура, серпантин, гости и вкусные сладкие подарки. Снежа, комочек, слышите? К нам кто-то А что еще может сорока на хвосте принести? Кар-кар. И что за новость? Поделись-ка ею поскорее с нами. Да она в конверте. А конверт сперва распечатать надо. Давай, давай сюда, сорока. А, приезжаю я к вам на праздник. Кто? Кто? Кто к нам приезжает на праздник? Тут написано, что к нам собирается нагрянуть самый настоящий иностранный дедушка. Вот это да! Иностранный? Это интересно! А как его зовут? Йолопуки! Так, так, так. А откуда же, сорока, у тебя такие сведения? Из весьма надежных источников, кар-кар. Важная дипломатическая птичка-невеличка Калибри сказала, та попугаю, попугай журавлю, а тот уже мне, сороке-белобоке, кар-кар. Ну и новость! Никогда такого не было! Что же нам теперь делать? Да праздника, считай, совсем времени не осталось. А Йолопуки уже, наверное, в пути. Значит, кар-кар. Что значит? Надо скорее к встрече готовиться. К гостям званным и желанным. Так, сорока, а почему же Йолопуки не разместил свой приезд на официальном сайте в интернете? Наверное, решил преподнести нам приятный праздничный сюрприз. А может, он с проверкой какой? Ну, например, демократично ли у нас встречают зимний праздник? А, вот что я подумала. Что ты придумала, сорока? В прошлом году наш Дед Мороз ездил на международный конкурс Дедов Морозов. Так вот он там и пригласил, скорее всего, Йолопуки, финского Дедушку Мороза. И потому ни о какой проверке тут и речи быть не может. Это дружеский визит. И не иначе. Кар-кар!
Визит-то визит, а ответственность на нас висит. Тут надо как-то по-особенному подготовиться. А как? Может, по-ихнему? Ну, по-иностранному. Я знаю, что у них принято готовить утку. Я знаю такую утку. Кр-кр-кр. Мне дятел рассказывал. Много он знает, твой дятел. А давайте утку-крякву приготовим. Ёлопуки посмотрит на нее, а она как спорхнет. Вот веселье-то будет. Кр-кр-кр. Никаких уток. За границей природу берегут и охраняют. Ну, нет, так нет, кар-кар. Ой, стойте. Нам ведь нужен переводчик. Переводчик нужен? Да-да. Вот я и назначаю переводчиком вас, маленькие снеговички. Снежу и Комочка. Так письмо же на нашем языке было написано. А вы что, разве не возле школы с иностранным уклоном слеплены? Неужели не слышали, как наши ребята по-ихнему говорят? Да, слышали! Теперь нужно словарь повторять и кое-какие слова выучить! Правильное решение! Одобряю! Идите, мои детки, в интернет-библиотеку и читайте, познавайте и заучивайте. Ага, мы пошли! Шли по после горяки, что нам пули и штыки, нам заряды не страшны. Лишь бы не было весны. Эть, да, в кастрюле голова. Эть, да, в кастрюле. Наш прием, конечно, должен быть теплым и дружеским. Дружеским, это понятно, но зимой теплым. Сорока, теплым, в смысле сердечным. Ну вот, так бы сразу и разъяснила. Да, а вот что еще я вспомнила. Летала я, Я на разных континентах и посетила много разных стран. И что? У них за границей все самое лучшее 5 звездами обозначено. Ну, например, гостиницы, цирки, театры. Подумаешь, и у нас такое есть. Есть, кар-кар. Это хорошо. А елки бывают 5-звездочными? Не беспокойся, сорока. 5 звезд на елку повесим. Вот тебе и елка 5-звездочная. А будет нужно, так мы на нее и 10 сразу. А может и больше. Не будет хватать, так с неба звезд достанем. Или как в сказке. Звезды к нам сами придут. Ой, смотри, уже идут! Мы маленькие звезды, пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знаем движение, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай, будет круто.
хорошо, когда звезды. Ой! А как быть с подарками? Для гостя дорогого, и подарок нужен дорогой. Да, тут, сорока, подумать надо. Тар-тар, есть идея! А может попросить бабу-ягу слетать на помеле на монетный двор и подмести там все хорошенько? Нет, я думаю, что это не очень хорошая затея. А как же нам тогда быть? Я позвоню своим хорошим друзьям, полярникам, лесникам, оленеводам, хоккеистам. Карр! И это все твои друзья? Это еще не все. Мои друзья те, кто зиму любит. А таких, ого-го, сколько! Так что без подарка, сорока, мы елопухи не оставим. Тогда напрашивайся вопрос. Ой, сорока, как много у тебя вопросов. Главное не в том, сколько у меня вопросов, а в том, чтобы у тебя на все вопросы были ответы. Ух ты, какая умная. Ну, давай, задавай свой вопрос. А куда мы поселим Йолопуки? Где он у нас будет жить? Разумеется, в лесу. Я слышала, что в нашем лесу недавно открылся новый гостевой отель. То ли курья ножка, то ли костяная нога. И я готова тебе, сорока, позвать управляющего. Управляющий! Эге-ге! На выход! Hello, everybody! My name is Baba Yaga. I live in country multitude. А this my house на курьих ножках. Гости, это хорошо. Гости, это вкусно. Разотру всех порошок на обед. Деток, очень я люблю с квашеной капусты. Так живу и не тужу 300 лет. Страшно! Целый день я на метле, а в желудке пусто. Приготовлю их в котле, а лучше здесь. Костяной ногой стучу, мне одной не скучно. Заверчу я, как хочу, праздник весь. Страшно! Говорили, где поселить гостя заморского, решали. А тут и думать нечего. В моем замечательном загородном доме на курьих ножках. Историческое, сказочное место, не так ли? Все удобства по высшему разряду. Хорошая печь всегда к вашим услугам. Ступа для обзорных воздушных экскурсий. Чистота такая, что ни сказки сказать, ни пером писать. У входа гостя обязательно леший встретит. Правда, леший? Да, баба-яга. Сама знаешь, все, что связано с гадостями, пакости. Обслужу по высшему разряду. Да, так вот, что ж я хотел сказать-то? А, впрочем, сорока, вы услышите развлекательную программу. Кикимора устроит водную феерию. Кикимора! Ой, ну где ж ты? Ваш выход с лешим. А ну-ка, порадуйте ребятишек, девчонка, мальчишек. Ой-ой-ой.
добрых или честных, бойся как огня. И я уроки эти твердо зазубрила, нет теперь подлее и хитрее меня. А мы злодеи, нам только радость, кому угодно устроить пакость. А нам без пакости скучно бы было, на то мы и нечистая сила. Очень уж я жадный, не люблю делиться, не по вкусу мне такое вот житье. Если будешь щедрым, можно разориться. Это все мое, это тоже все мое. А мы злодеи, нам только радость, кому угодно устроить пакость. А нам без пакости скучно бы было, на то мы и нечистая сила. Хорошо, потанцевали. Ой, ха-ха-хай. Так, ну, на чем-то я остановился. А, во, сорока. Ну и плата будет, как в пятизвездочных отелях, разумеется. За каждые сутки проживания. Да ты что, Баба Яга? Что же мы с нашего дорогого гостя будем плату за проживание брать? А что такого-то? На то он и дорогой гость. А мне такой постоялец, ух, как нужен. Я как раз собиралась скачать самообранку прикупить. Ой! А, и еще у меня для дорогого гостя банька имеется. Ну, конечно, за отдельную плату. И банчик при ней сам Кощей Бессмертный, который по этому случаю, ой, курс прошел и диплом получил. Ой! Вот что, Баба Яга, ты говори, да не заговаривайся. Бизнесменша ты дремучая, вот ты кто, гар-кар. Алло, алло. Да, да, кар-кар. Ой, беда, беда. Какая еще беда? Что случилось? Что стряслось? Наши снеговички, Снежа и Комочек так усердно готовились к встрече, создавали теплую атмосферу и горячий прием, что из библиотеки несколько часов не вылезали. Все словари с полок достали. Ну и подтаяли по неосторожности. Как подтаяли? Так что ж ты бегаешь-то и панику наводишь? Медицина для снеговиков достигла невиданных высот. Любого оживят и скатают заново. Ой, кто же у нас теперь будет переводчиком? Я готова. Меня Змей Горыныч разным языкам научил. У него 3 главы, и каждый по-своему разговаривает. Так он меня и левому, и правому, и даже среднему языку научил. Эх, не тем, видать, языкам научил тебя Змей Горыныч. Кар-кар. Как ты еще не тем? Он меня самым нужным международным словам научил. Окей. No. Yes. И вау! Да, хороший у тебя был учитель. Только нам такие словечки не нужны. В русском языке кар-кар есть другие слова для дорогих гостей. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Будьте как дома. А ты вау! Да, подвел меня Змей Горыныч-то. Нет, Баба Яга, обойдемся как-нибудь.
без твоей помощи, кар-кар-кар! И вот еще что! Придумала я, чтоб подарить Йоллу-Букке! Может быть, красный нос, Снеговика! Эх, Баба-Яга, Баба-Яга! Темная ты все-таки личность! Да и ума у тебя кот ученый наплакал, кар-кар! Так что не нуждаемся мы в твоих советах. А сейчас мне пора готовиться к встрече дорогого гостя, финского дедушки Мороза Йоллу-Пукки! Леший, кикимора, а ну-ка покажем, как нужно готовиться к празднику! Ха-ха! А ну-ка хватит лопать конфетки. Давайте вместе поднимем ручки. Вы не услышите тут сердючку. Сейчас поставлю музон реальный. Я завелась уже капитально. Давай, детишки, повеселимся. С бабулей вместе поколбасимся. Шишки, ёлки, зелёные иголки. Нам ещё дискотеки. Бабка круто сводит треки. Ёлки, шишки, девчонки и мальчишки. Бабушка забудет шоу. Всем вам будет хорошо. Ох, и молодцы! Идите, идите, мои драгоценные помощнички! Идите, идите! А я пока своим делами займусь. Так вот, значит, подтяжку лица сделаю, макияж волшебный наложу, чтобы выглядеть девочкой-красавицей. Я на встрече с Йоллой буду самая красивая. Я буду выглядеть вау! Ой, ой-ой-ой! Слышу, слышу! Чую, чую! Нечистым духом запахло! Однако пойду-ка погляжу, кто к нам идет. Здесь кото, ау, ау. Я думал, что в России гостей на лужайках встречают. Здрасте, заходите, пожалуйста. Будьте как дома. Тювья Илта. Прими, милок, то есть мистер Ёлка. Хлеб с солью. Оу, я. Проголодал, свидать, бедненький, ешь, ешь, милок. О, Снегурточка, хорошо. Наконец-то меня ценили по достоинству. Только за границей и знают толк в женщинах. Йоллу-Пукки, так-так-так. Гость финский, заграничный, одним словом, иностранец.
Вот что. Лишь бы кто-нибудь мне не помешал. Йола, дорогой ты наш гость, а петь-то ты любишь песенки? Ой, я. Так давай споем, а то ох, на душе переполох. Слушай, я иностранец, но тебе я спою. Песню эту песню спой, милый мой дорогой, я с тобой как за стеной, милый мой дорогой. Беззаветная любовь стороною обошла, потанцуй со мной, не стой. Я пришел, и я сожгла. Ох, на душе переполох, не твоя ли там вина? Фигурточка? Йола! Ох, на душе переполох, не твоя ли там вина? Мы гуляли до утра. Йола! Фигурточка! Йола! Ох, на душе переполох, не твоя ли там вина? Мы гуляли до утра. Кар-кар-кар! Сердечный привет тебе, Йола Пуки, с приездом! Ха! А ты все здесь? Ну, раз так, переведи скорее, что говорит финский Дедушка Мороз. Кар-кар! Вот видите, не обойтись вам без меня. Мои таланты даже писателями воспеты, классиками. Там ступа с бабою ягою идет-бредет сама собою. Это, кажется, стихи Михалкова. А ты, сорока... Таких слов и не знаешь. Ой. Карр, карр. Не выводи меня из себя и не доводи до международного скандала. А то вообще из лесу прогоню. В городе жить будешь, в коммунальной избушке. Переводи, говорю тебе. Карр, карр. Хювья Илта, я. Хювя Илта, это значит, что Йолпук приехал к нам с подарками, то есть с презентом, и хотел бы показать нашим ребятишкам, девчонкам и мальчишкам. О, Кюля. А ты приветствуй и переводи, а то кар-кар, по делам. Сказочным лететь пора. Сорока, не спеши. Я укрепляю наши международные и культурные связи. Йолпуки только что сделал мне предложение сниматься с Риоли в роли принцессы. Хватит выдумывать и глупости говорить. Кар-кар! Переводи. Кюля, то есть да. Да, я привез много подарков и презента. Я хочу научить вас, Снегурточка, и тебя, Сорочка,
финский танец. Летка, Янко. А меня? Меня научите? Кюля, Кюля. Конечно, научим. Танец — это интересно. Кар-кар-кар. Внезапно появится. Да, это, конечно, неплохо. Слушай, Йола, а возьми меня туда с собой, а? У вас бы я отгорохал себе и зубушку, небоскребушку. Ступу бы взяла с реактивным двигателем. Зубы бы новые себе вставила. Костяную ногу отремонтировала. И стал бы работать супермоделью. Кюля, Кюля. Да вот и я про то же. Потищала я. Ой, разве Кощеюшка раз 100 лет летит? Да какой-нибудь гривник добрый молодец со смартфоном сбредет. В общем, никакой радости. Ой, ой, ой. Пойдем-ка лучше, милок, я тебе избушку свою покажу. Коллекцию сушеных пиявок, гербарий репейников. Чай с белиной попьем, как люди. А вот и Дедушка Мороз пожаловал. Как звон на скаку, бубенчики звенят, по свежему снежку вдаль белую манят. Люблю трезвону в такт, поводья не крутить. Как здорово вот так на легких саночках катить. Бубенцы, бубенцы радостно голдят, звон идет во все концы, саночки летят. Саночки летят. Эх, Новый год, в гости к нам идет. Весело все вместе мы встретим Новый год. Здравствуйте, ребята! Я ездил по лесам и по полям, заходил в каждый дом и поздравлял детишек с зимним праздником. О, дорогой мой друг, Йола-пуки, здравствуй! Кювя Паева! Переводи жену же, кар-кар! Дед Мороз, мистер Ёлка поздоровался! Дедушка Мороз, а Баба-Яга хотела уговорить финского Дедушку Мороза взять ее с собой за границу. Кар-кар! Сорока, сорока! Я русса
Снегурточка! Ой-ой. Какая же это Снегурочка? Это же самое, что ни на есть Баба-Яга! Снегурточка? Снегурочка, дружище Ёла, уехала к другим детям на ёлку. Страна у нас большая. Надо сделать так, чтобы у всех был праздник. А эта Баба-Яга никто иная, как наша лесная вахтерша. Ничего, ничего. С тобой мы еще разберемся. А за твою болтовню объявляю тебе строгий выговор с предупреждением. Ух, смотри! Вылетишь ты в ступе со своего места. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте будем прощать. Она такая забавная и придает ваш лес такой сказочный колорит. Ой. Никуда я не хочу вылетать. Прошу прощения. Если кого обидела, можно я восстанусь? Я такая одинокая, такая несчастная, разнесчастная. Ну ладно, кажется, образумилась малость. Так и быть, оставайся. Нельзя же на праздник пожилой женщине настроение портить. Хива Паева. Ёла на подарки намекает. А ты правильно перевела. Слово в слово. Он даже улыбается. Ёла, я приготовил тебе праздничный подарок. Я тоже приготовил тебе подарка. Так выходит, что у нас с тобой одинаковые подарки? Да, Ёла, ты прав. Ведь символ 2016 года — огненная обезьяна. Какой бы стране мира мы не были, как бы нас по-разному не называли, Ёла Пуки, Санта-Клаус, Дед Мороз, мы одеваем наши леса в белоснежное убранство. Получаем письма от детей и взрослых. Исполняем все желания. И, конечно, дарим сказочные, волшебные подарки. Снег пушистый, новогодний, закружился за окном. И это значит, что сегодня Новый год придет в ваш дом. Зазвучат кругом хлопушки, и подарки встанут в ряд. А на елке все игрушки ярким светом заблестят. Разноцветные гирлянды заведут свой хоровод. И под главный бой курантов вновь наступит Новый год! Румянец розовый на щеках. Новый год, елка, шарики, хлопушки.
праздники, Новый год, Новый год, дискотека, серпантин, Новый год, Новый год, все пожарные под фанушки отпускать, Новый год, никуда мы не хотим. Значит, будем елочку наряжать. Апельсины, яблоки, ананас прячем потихонечку про запас. Новый год, Новый год, елка, шарики, хлопушки. Новый год, Новый год, дискотека, серпантин. Новый год, Новый год, все подарки под подушки отпускать. Новый год, никуда мы не хотим. Новый год, Новый год, елка, шарики, хлопушки. Новый год, Новый год, дискотека, серпантин. Новый год, Новый год, все подарки под подушки отпускать. Новый год, никуда мы не хотим. Отпускать Новый год, никуда мы не хотим.